в церковь, познакомились с Наташей. Подходит Наташа и говорит, я вас знаю, мы с тобой, да, на ты. Хочу сказать, люди, большое спасибо. Вот смотрю ее репортажи, и вот в ней вот столько всего нужного. Например, вот для меня, приехавшей вот как, ну, в Америку, многие говорят, там надо и про адвокатов, ага, и да, про, да, фирмы, да, и да, про все остальное. Поэтому много позитива, много нужной информации. Открыли фирму благодаря людям. Молодцы. Бесплатно, никакие $300 не вот, надо. Вот, вот, да, сюда приехали. Не знала просто адрес, куда приехать. Смотрела, куда Люда приехала, как она. И вот столько времени мы как-то ходим, вроде ага, в одном угу, городе, в Орландо, и вот разводит нас. А вот сегодня в храме. Вот в храме приятно познакомиться. Да, да. Очень приятно. А ты здесь, Людочка, одна или с кем-то? Нет, мы семьей, а, здесь. Понятно. Да. Правда, я в такой шапочке, там идут, да, в, да, да, ага, в греческом храме, нам сказали. А, греч... а нам не, да, дали. Да. Мы зашли с голой головой. Да. Поэтому, Людочка, спасибо, ага, вам большое. Мне кажется, от всех. Мы с тобой на ты. Да. Тобой на ты. Вот, девочки, смотрите. И вот берите информацию нужную бесплатно. Хотя за бесплатно редко когда что бывает, но вот у нее нужные советы. Люда, спасибо. Спасибо огромное. А давно здесь? Ну, почти 2 года. Ага. Почти 2 года. Не буду... Поэтому и по путешествиям, и по поездкам. Вот смотрю, где Люда бывает. Источники, мы туда едем. В Майами мы туда едем. Поэтому спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо громадно. Очень приятно, да, слышать. Да. Очень приятно. Спасибо. Маму похвалила, ну, только для моей дочери. Я потому что насмотрелась, естественно, Людиных репортажей, куда, где тепло, где и так все хорошо. Конечно, и цены нормальные. Конечно, есть. Ну, да, естественно. Как и везде, наверное, да. Ну, когда вот так вот утром тебя посмотришь или вечером посмотришь, проснулась, солнце светит, глаза горят, у нее все, как бы у нее не было плохо, как у всех. А мне не бывает плохо. Да. Ну, Люда, всяко может бывать. Но когда ты вот говоришь, вот, я не знаю, и жить хочется. Спасибо, спасибо. Поэтому хорошая мама, удачи, ну, все такие. Спасибо, мамы, спасибо, да, большое, все, до встречи. Смотрите, Людочка, да, если, ну, я не, да, знаю, чем-то мы я с тобой могу на ты. Помочь. А мы просто когда-то встретимся в парк, куда-то, да, поедем, или может, вместе. Это или самое, к нам приходите с домой. С удовольствием, мы обязательно. Мы правда снимаем. Ничего, к нам придете домой. Да, да, да. Все, спасибо, все, семье привет. Идут. Все. Рядами и колоннами. Все, пока-пока. Все, спасибо, очень рада встрече, пока. Удачи.